проверить наличие спортсменов. Мячи с площадки. Уважаемые спортсмены, сегодня мы проводим праздник спортивный, посвященный Дню знаний. Уже став в нашем ТСЖ и главстрой эксплуатации управляющей компании соседних домов. Это у нас уже по счету в этом месяце третьи соревнования. Первые были по футболу, вы помните. В прошлые выходные по волейболу. Сейчас по стритболу. В следующие выходные мы закончим наше соревнование. Наши месячные соревнования закончим пинг-понгом. Надеюсь на дружбу и сотрудничество предстоящих соревнований. Ура! Ура! Главный судья соревнований Роман. Судья на младшая группа Игорь. Снова представляется главному судье. Здравствуйте, ребята. Две площадки. Площадка А для маленьких ребят, площадка Б для старших ребят. Делена по возрастным группам. Играем корректно по правилам, слушаем свистка и судьи. Все вопросы решать судьей. Понятно, да? Так, старшая группа сейчас после развода подойдет на площадку, там получится инструктаж получится. Младшая группа начнет играть там через несколько минут, там минут через 5. Дополнительно. Понятно, да? Младшая группа разминается, старшая готовится. Тут награды, грамоты, медали. Так что победит сильнейший. Удачи всем. Внимание, разойтись.
Второй раз я это могу.
Дай что я тебя попрошу.